Вот видно? Священие вас! Вот как раз все переходят реку, уже все молодцы. У нас. Это мы тут переходим трудности, но это еще не привал. Кто-нибудь сфотографирует это? Я на видео снимаю, Гаечка. Потому что фотографии потом будут. Все, все перешли в реку. Горную, бурную. Перекличка, все на месте. Тут все очень серьезно. Здесь глубокая горная река. Бурное течение. Здесь вопрос жизни и смерти. Ветки, Галюся, аккуратно. Препятствия. Викуся у нас Гринпис сегодня. Опа! А девочкам вот туда вперед пройти, там ванночка вот эта. И там очень хорошо будет. Да, там крутая ванночка, мы уже прошли. Да, там очень удобно купать. Заходите, девочки. Ну все, девочки, пошли. Девочки направо, мальчики налево. Пойдем, я. Галюша, у нас сегодня две лили начинали купаться, сбегали за мотами. Во! Да. Давай. Все, давайте общую фотографию с этими, со свечками. Вот сюда, приходите. Лиля, где твоя свечечка? Саша. А сколько она? 16 вроде как сказали, но это не точно. Я вот так сейчас. Каждый, да. Все взяли, да? Ничего, давай, не давай. Так, взял свечку? Нет. Вот, так бери. Взял мою свечку. Да. Наша купель, мы в общем сейчас все будем раздеваться, будем голые, поэтому фотки будут уже позже. Подождите, видео это... что-то. А ну вот. А ну можно не снимать. Это рулет с орехами домашнего производства. Это бисквит, ага. Валя делала. Ага. А все ждут. Вот так радуются, когда один освободился. Ага. Ну как правильно порезала, чтоб всем досталось по два кусочка. Какая красота. А у нас нет вообще кузнечиков. Вовчик, а меня? Виталий. Единственная проблема, знаешь, какая была? Нет. Воды покатли. Тёма виночерпи. Была такая должность. Там темно, ракушек на двери. Забирай быстрее. Можно мне вот туда налить одну? Спасибо вам. Кому еще? Зале надо. А мне дай мне. Вот это? Пирожки,
Крещенские! Кому пирожки? Давай! Все пирожки! Да с капустой, с картошкой, с грибами! Ой, где с грибами и картошкой? Иди туда, иди. Там шакула раздает. С праздником! Что будет с кардиоформом? Объелись, объелись уже. Ну положи, сейчас подойдут, возьмут. Да. Светик, доставай свой чай. А вы же выпили? Да ладно. Ничего. А, я знаю уже твою тактику. Тебя поукрашивать надо. Как я скажу? Оля, скажи, а куда ваш нож? Да. Оля, злодей какой! Видео можно снимать с подсветкой, потому что у всех и так фонарики, мой лишний никому не помешает. Галюся пошла, героиня наша тоже. Наша мамочка крестная. Олечка, чемпион, наш герой. Наша гордость. Красиво как! Хотела сказать, я чайка. Лечу и хотел сказать кар-кар.